Выходя сюда, вы сразу говорите, сделали то-то, то-то. Суть проекта именно вот в этом и вот в этом. Если будут вопросы, мы вам их зададим. Главное, покажите нам еще ваши результаты. Вы сделали это хорошо, но принесло ли это кому-то пользу? Короткий инструктаж перед началом защиты, и слово дается соискателям. В этом году в Ленинском районе на получение премии губернатора «Наше Подмосковье» подано 147 заявок. Личная презентация своего проекта – это второй этап конкурса. Первый – интернет-голосование уже закончился. День презентации проектов – это очень важное мероприятие для соискателей премии «Наше Подмосковье». Для презентации проекта отводится не более 3 минут. За это время нужно изложить коротко суть проекта, рассказать о его социальной значимости, о достигнутых результатах. Анастасия Селина представляет проект, призванный объединить людей с ограниченными возможностями здоровья. Губернаторская премия для нее – еще одна возможность обратить внимание на проблемы инвалидов. Навещать, радовать, дарить улыбки – это очень важно. Как человек, относящийся к этим людям, к этой категории внимания и заботы очень важно. Сергей Пономаренко работает на московском коксогазовом заводе. У него довольно необычный проект. Сергей сооружает арт-объекты на территории завода, чтобы облагородить территорию предприятия. Презентация для рабочего человека – дело непривычное. Как считаете, собственная презентация получилась? Не волновались? Ну, есть, конечно, волнение было. Но я думаю, что удачно, нормально все прошло. Ну, задавались даже какие-то вопросы. Как, удалось на них удачно ответить, неудачно? Ну да, как бы на поставленные вопросы ответ дали. Емкий, трудовой такой. Фигуры, которые делает Сергей, действительно весьма необычные. Сразу же после презентации к нему подходит один из участников, чтобы обменяться телефонами. Именно это, налаживание связи между активными гражданами, также одна из целей премии. Андрей Юрьевич Воробьев, проводя премию 6-й год подряд, выделяя финансирование в размере 180 миллионов рублей, он создает прецедент, которых я не знаю на территории других субъектов. Это действительно народная премия. Это премия, которая позволяет жителям муниципалитетов, районов, огромного региона не только верить в себя, не только развивать свои лидерские качества, не только совершенствоваться в презентации и в лаконичной защите своих проектов, но и позволяет обмениваться опытом. На экране появляется знакомый телезрителям канала «Видное ТВ» заставка конкурса «Скрипичный ключ». Благодаря этому проекту многие творческие люди получили возможность показать свои умения самой широкой аудитории и сейчас активно концертируют. Во-первых, Ленинский район, вы знаете, богат талантами. Во-вторых, здесь работает телеканал «Видное ТВ», который уже давно признан одним из лучших в Московской области. Автор проекта, опытная телеведущая Ирина Тихановская, признается, презентация далась ей нелегко. Я забыла, когда последний раз так волновалась. Наверное, это было на школьных устных экзаменах. Дальше было легкое волнение, и мне знакома сцена, мне знаком телеэкран. Но сегодня это были вообще столько адреналина. Заметно, что волновались и другие участники презентации. Каждый хотел представить свой проект в наилучшем свете. И, судя по реакции комиссии, у многих это получилось. Иногда количество не переходит в качество. Здесь проект очень качественный. И, на самом деле, это традиционно. Ленинский район, на мой взгляд, всегда был сильный своими проектами с точки зрения их содержания. И, на самом деле, сегодня мы увидели действительно много интересных проектов. После очной защиты членами экспертного совета по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» будет проведена оценка проектов. И уже в сентябре состоится награждение победителей. Максим Козлов, Николай Карабанов, Евгений Садовский. «Видное ТВ».